Международная конференция «Инновации в эндоскопической хирургии. Тренды, которые могут стать стандартами» проходила 10 и 11 декабря в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского. Эта конференция – предшественник 6-го Московского международного фестиваля эндоскопии и хирургии «Хирургия как искусство» – ежегодного форума, объединяющего врачей различных специальностей – эндоскопистов, интервенционных радиологов и хирургов. На сегодняшний день это ведущее мероприятие в России в области минимальной инвазивной хирургии. Основная цель наших мероприятий, она, конечно, образовательная. Это учебная конференция, которая направлена на обучение и на специализацию врачей. Все врачи различных специальностей, хирурги, эндоскописты, интервенционные радиологи, специалисты ультразвуковой диагностики, гастроэнтерологи, все они участвуют в нашей конференции. И наша конференция направлена на то, чтобы донести все до слушателя, до каждого врача разной специальности, донести до них все новое, что на сегодняшний день появилось в нашей клинической практике или то, что может появиться в ближайшем будущем. А ближайшее будущее, по мнению специалистов, это виртуальная хирургия. В рамках конференции «Инновации в эндоскопической хирургии. Тренды, которые могут стать стандартами» были представлены самые передовые технологии. Ведущие эксперты не только рассказали, но и продемонстрировали инновации в живых трансляциях. В течение этих двух дней мы покажем 12 различных операций в самых разных направлениях минимальной инвазивной хирургии. Сегодняшний день полностью посвящен внутрипросветной эндоскопической хирургии. Завтрашний день будет полностью посвящен лапароскопической хирургии. В соседние операционные эксперты выполняют эндоскопическую ретроградную холангиографию. У пациента со сложным холедохолитиазом в данном случае они будут использовать специальную систему, которая называется SpyGlass, которая сможет им поможет удалить пациентке камни из желчного протока, то, что не удалось сделать при многократных попытках в других лечебных учреждениях. По мнению специалиста, который проводит эту инновационную операцию контактной литотрепсии, технология должна помочь избежать более обширного хирургического вмешательства. Воздействие с помощью лазерного волокна на наиболее крупные камни, их дробление, и, соответственно, после этого надеемся, что нам удастся уже извлечь сформированные более мелкие фрагменты и помочь пациентке радикально избавиться от этой тяжелой проблемы, потому что ежели малоинвазивное, именно эндоскопическое вмешательство не удастся, больной, к сожалению, показано хирургическое лечение, чего, конечно, бы ни ей, ни нам бы не хотелось. Помимо живых трансляций, в рамках конференции были представлены лекции и симпозиумы, посвященные новейшим технологиям в диагностической и интервенционной эндоскопии и лапароскопии.